Всем привет, в этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Xiaomi Mi A1. Давайте начнем с первой игры GTA San Andreas. Вот, она уже запущена. Графика установлена на максимальном уровне. И давайте посмотрим, как игра работает на максимальном уровне. Пока все работает плавно. Давайте, наверное, пересядем на какой-то автомобиль. Моментами чуть-чуть подтормаживает игра, но в целом, в принципе, играть можно. Но вот, чтобы не было вот этих вот подтормаживаний, наверное, все-таки лучше ставить просто высокий уровень, тот, который идет по умолчанию. И тогда игра будет работать идеально. Так все-таки моментами подтормаживать. Играть можно, но если вы хотите идеальный уровень, то лучше выставить высокий уровень, обычный там высокий уровень или средний. Закрываем. GTA San Andreas, в принципе, работает нормально. Вторая игра Assassin's Creed Identity. Почти загрузился Assassin's Creed. И теперь давайте посмотрим на уровень. Графика максимальная, много эффектов, хорошо прорисованы текстуры и хорошо прорисован персонаж. Но игра чуть подтормаживает. Видите, что дергается и герой. И игра работает неплавно. Думаю, что и на камере это тоже будет заметно, но, в общем, играть-то, в принципе, можно. Это не ужасно. В принципе, игра так работает на 4 с минусом. То есть графика максимальная, но чуть подтормаживает. 4 с минусом я иду по 5-бальной системе. Закрываем Assassin's Creed Identity и переходим к третьей игре Mortal Kombat X. И видите уже сам игровой процесс. Загрузился Mortal Kombat X, работает на высокой графике и работает плавно. В общем, Mortal Kombat X, наверное, с трех игр запустился лучше всех. То есть и эффекты есть, хорошая графика и работает плавно. В общем, такая ситуация в играх. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!